Здарова, громаньяки, с вами Джейсон, канал True Money Games. Продолжаем прохождение South Park. Alright, my lord. It's time for us to get the information we need from Classy. Any good superhero should know how to interrogate. Get over to Jimmy's house and find out what she knows. Keen, act. Ниндзя! You're only putting off inevitable defeat. Я бы надрал вам зад, ребят, но мне это вообще ни к чему на самом деле. Ну ладно, раз уж вы напросились. Так, кто у меня? В принципе, у меня весьма неплохая команда. Главное пернуть вначале. Я сейчас покажу, из чего я сделан. Или не покажу. Хэц. А, я только в этой плоскости, да? Могу тебя притянуть сюда. А зачем мне это нужно, никто не знает. Ну ладно. Давай. Не знаю, зачем. Они просто подходят. Я могу тебя исцарапать. Кровотечение получше, да. Будешь потом всем рассказывать, что ты побрился во время... О, что ты поранился во время бритья. Так, что я могу с тобой сделать? Что-нибудь ужасное. Ну, отбросить тебя, например. Притворяй, что это очень больно, мои друзья смотрят. Давай в этого. А, они же взрываются, точно. Бом, бом. Могу сюда уйти и, допустим, в сандалить ему, наверное, шоком. Нет, не могу сандалить ему шоком. Жалость-то какая. Уф. Такс. Ну, я что могу? Могу вот так с сандальтим шоком. Он сейчас сдохнет и взорвется. Да, я уверен, что что-то. Неплохо он рванул. Ну, по крайней мере, раз минус двое. Ожог. Заработали, вот это плохо. Этот кун только в одной плоскости атакует, вот это, конечно, чертовски плохо. Все бы ничего. Но туда я пройти не могу. Так, может мне, знаете, антидот какой-нибудь использовать и снять с нас всю эту хрень? А, ну это он всех. Да, только енот он наделен. Выпил. И регенерация плюс 40. Я больше не горю. Привет, ребята. Ну, пора. Давай! Блин, шубани сразу двоих, пожалуйста. Пожалуйста, позязя. И последний. Будешь сразу детонировать? Отойти! Притянуть, он взорвется, да? Ну, смысл мне в этом как бы. Горю. Тыц. Оп. Ты, по идее, здесь уже не стоишь, ты умираешь и потом, типа, взрываешься, да? Да плевать, я бы хотел, на самом деле, потому что мы победили и идем дальше. Просто заработать немножко опыта для себя. И своих друзей.
Опыта нам для следующей ячейки копить очень много, поэтому это не лишнее сражение. Пускай будет наши копилочки. Так, у меня по заданию где-то здесь. Вот. Давай сделаем селфачок. У меня за этим дерьмом не видно. Но Эстер, тем не менее... You can tag me in that if you want. Давай со мной тоже. А потом я сломаю вашего снеговика. Attacking a powerful snow woman, huh? How typical. Nevertheless, we persisted. Так, это тоже будет моим, это все будет моим. По-моему, в этом доме где-то расположено. Закрытый, черт побери. Так. Come here, Forthy, I'll show you how to pop wheelies. That's what I thought. Он хочет напасть. Шестиклашки снова. Понеслась. Хоп, 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 чудо, хоп, оп. Хоть. Но другого варианта нет. Этот прямо на мне. Нет? Нет. Давай так. Thanks for standing there like a little bitch deer in the headlights. Take your medicine, Forthies. Take that, Forthy. Я надеюсь, вам было больно. Took that like a champ, Forthy. Here we go. Так, теоретически можно отмотать время назад, и как будто ничего и не было. А почему оно не отматывается? А что-то сломалось, что ли? Странно. Оно не работает. По той или иной причине. Еще разок. Ну, я же помню, что это так работало. Почему-то теперь оно не работает. Ну, хорошо. Я в целом не буду возражать. Вы опять стоите на одной линии. Поэтому можно вас шиндарахнуть. Да ну нахрен. Ну, вот он просто взял, сдох. У тебя есть, да? Теперь он наполняется. Он наполняется. Так. Меня подмочил немножечко вот этот чувачило. Как раз он меня подхилит, может быть. Поньк. Дай шанс парням уйти. Ты у нас в пати или нет, я что-то не пойму. Да, кажется, да. Coon on the plate. Конечно, он сейчас зацепит вот эту тему, и не хотелось бы абсолютно. А вот так мы меняемся местами или... А, точно, чуть так поменяемся местами. Так, номер 3, вот так, оп-оп. Вот так вот. Прыжок и... Теперь он здесь. Вот козел. Что, ты будешь крутить мне сиськи? Теперь моя очередь. Так. Нет? Может быть так? Он так сдохнет, так же неинтересно, черт побери.
Номер 3 не на большую врагу действует. Ну ладно, давайте просто его прикончим тогда. Да ладно, он не сдох. Красота! Добил своего же, этот парень сейчас сдохнет. Этот парень сейчас сдохнет. Это вообще плохо. Плохо. Блин, я бы, конечно, зафигачил, но, понимаешь, не могу ничем достать до него, потому что, ну, в общем, вне зоны моих способностей. Я здесь встану. Блин, я думал, сейчас сдохнет. Ну, пойдем, вот. Да, он стошнил и умер, наконец. Так. И я могу тебя замочить капитаном инсулином. Не могу тебя замочить капитаном инсулином, потому что. Давай взорвемся тогда, оп. Че, будешь атаковать нас? Не может он нас атаковать, потому что ты замедлен. Нет, он может нас атаковать. А, он просто заряжается. Ну что, уничтожим его, не будем больше, как бы, тратить на это время. Давай, мочи! Слушайте, а он не умер. Блин, реально он живой. Не ожидал я такой подставы, честно говорю. Кинкас, аут. Отхожу. Не достаю, жалко. Отхожу. Бросай свое дерьмо. Хорошо горишь. Вали. Ну и все. Победа! Гараж шестиклассик, кстати. Дали нам еще немного опыта. Я на самом деле что хотел-то? Я хотел... И здесь закрыто. Я же хотел совсем по-другому это все сделать. Товарищ пока недоступен, черт побери. То есть мне нужен кто-то управляющий, кто может управлять электричеством. Эй, я собираю все, что плохо лежит, ты же знаешь об этом. Так, мне нужен следующий дом. Серенький, вот он. No draw zone. Там лежала сумка. Сейчас, секундочку. Не могу я пропустить. О, друг! Have you spoken to Craig recently? I think he could use a friend right now. Здесь я вроде все собирал уже. Только вопрос, куда мне нужно попасть, то ли в подвал, то ли на верхние этажи. Где был этот долбанный? Здесь ничего нет. Ну, я, по крайней мере, ничего здесь не вижу. Наверное, все-таки наверху. Есть у нас задание по сбору тех самых ящиков, которые разбросаны по городу. Я просто думал, что, возможно, именно сейчас меня научат как-то с ними взаимодействовать, что ли. Видимо, я здесь тоже все обобрал, и ничего больше я уже не придумаю. I wish Tweak and Craig would make a baby. I'd be such a cool aunt. Селфи. Nope.
collect more yaoi for my dad, and then I'll consider it. Блин, видимо, очень много надо собрать. Здесь кто-то утопился, мне такое ощущение. Я не вижу, кстати, ни одного этого долбанного ящика. Может быть, потом я смогу где-то проходить через эти вентиляционные люки. Хотя это задание уже доступно по сбору. Не очень мне понятно, как это так. Ладненько, валим отсюда нахрен тогда. Зря потерял время. Выходим. И у нас по заданиям... По списку заданий классификация. Зайди в комнату Джимми. Так... Найти задание на карте и сделать его активным. Ну, в принципе, я в правильном направлении выдвигался. Тут где-то совсем рядышком. Кстати, мы же теперь умеем делать всякие вещи. Ну, типа, запустить, допустим, сюда петарду. А после уже пернуть. Так. Ну, это кое-что нам, конечно... Кое-что. Рецепт главного убора. Паучьего костюма. О, Человек-паук, боже мой. Как это чудовищно прекрасно. И здесь как бы можно поиграть со временем. Ну, потому что там появилось... Чуть баллон появился еще раз. Ну, что он нам даст? Ничего он нам не дает. Он бы нам дал, если бы мы могли, может быть, что-то уронить. Могу я что-то уронить? Ну тут мне нужен мой кореш. У меня такое ощущение, что мне нужен мой кореш. Но он здесь никаким образом не отображен. На самом деле, вот эту штуку, да. Читаешь мои мысли. Мне нужен человечек здесь. Приходи скорее, нам нужно вот эту штуку навернуть. Давай! Мы знаем, как это работает теперь. Пойди здесь, да? Ну, логично же. Так. И... Взрыв. Здорово. Флейтра прозорливости. Блин, плюс 70, кстати. Так-то нехило так-то. Ну, его тоже можно вернуть на место, но я уже не очень понимаю, зачем. Может быть, как-то залезать потом на крышу, но к этому вернемся мы чуть позже. Дальше мы идем по городу. Oh, it's you again. Sup, hero. Don't be farting in my face and shit. Hey, fast pass! One of your super homies is here. Oh, hey, new kid. The coon told me he wants you to question the witness, so go ahead. Have at it. Go ahead, new kid. Ask her anything you want. Oh, that's smart. Using the silent treatment can really make a witness antsy. Aye, look, I know y'all need my help and shit, but I ain't talking till you go get my medication. Your medication? Yeah, I can't think straight without my medication. You gotta go pick up my prescription, alright? Until you get my prescription, I ain't telling you little heroes fuck all nothing. Well, alright, fine. Looks like you got more work to do, new kid. But before you go back out in the world, I want to show you something that might help your crime fighting. Let's get up to my room, the bed. All right, new kid. Реально, он быстрый. Powers to the next level. Go ahead and stand in the DNA fibrillator. Ты, повинуйся. All right, new kid, just stand still, and I'll talk you through this. Check out the new hero DNA slot I opened up for you. Stuff you insert here will make a big impact on your combat your combat power.
Ячейка ДНК, нажмите, чтобы посмотреть доступные гены. Болевой порог получен от редкого сорта миря и дает феноменальную невосприимчивость к боли. Ты сможешь лучше держать удары и дольше оставаться в живых во время боя. Выводит зрительно-моторную координацию на неземной уровень, увеличивает силу ударов, но отнимает здоровье, так что лучше использовать модификатор ДК дальше от передовой. Доза суперсилы ждет тебя, отлично сочетается со способностью, используемой для нанесения физического урона. У нас таких способностей, оно, конечно, есть. Ну, давайте, это будет логично, в принципе, используем. You scratch my back, I'll scratch yours. You know what I'm saying? Ладушки, ладушки. Идите по переулку, идите в лечебный, куда-то там. Куда я должен идти? Жареный цыпленок. И еще куда-то. Боже мой. Селфи? Selfie. Look at you with all that storage on your device. Selfie. Selfie. Очередное столкновение параллельных вселенных, серьезно? Так, авторитет третьего уровня, это уже что-то, я прям уже доволен. Где-то здесь в Димобайл. Что за крики? А кто где, где кто кричал еще? А, вот подворотня, тут девчонки нападают на меня. А они серьезно устроили меня западню. А я один, что ли? Против всех этих девчонок. Их реально много. С двух сторон нападают, между прочим. Сейчас придется что-то придумывать. Так, 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 так. Пошла вон! Овца! Кстати, вылетелся на удар. Не пойти тебе в задницу, а? Я Кинг-Конг. No. My mom taught me that. No fucking way. My body lotion's my... А теперь назад. Like... Прикольно. Жалко, они кругом не стоят. Минус еще одна. А, как-то у меня хп-то не восстановилось. Это прям, знаете, вызывает у меня определенные опасения. Минус. Минус. И ты, девочка, будешь последней.
Нет? Не будешь? А, блин, она серьезная сучка. Ну, в принципе, можно тебя добивать. Сейчас ты должна сдохнуть. Ну и отлично, даже ничего не потребовалось применять. Девчонки свободные. Мы не договаривались насчет этого дерьма. У меня нет хпшечки. You messed with the wrong raisin sugar. Get him, girl. Oh my god. Oh my god. What? 1,000 people just disliked the picture of me in ballet class on Instagram. I'm totally getting trolled right now. What the F? Heather, why'd you tweet that I was going out with Eric Cartman? I didn't. I'm totally getting trolled right now too. What the fuck? What the fuck? I just lost all my followers. I have to get to a computer. What the fuck? What the fuck? Кто-то здесь хакнул чьи-то телефоны. Hello, new kid. Don't worry. I'm unfriending their Instagrams exponentially. They won't be back for a while. You gotta be careful playing superhero. You can make a lot of enemies. Some boys think girls don't make good superheroes. What do you think? You think girls are just as good a gamers as you boys? You like to remain mysterious, huh? Fine. Look, you've got problems, new kid. Whatever you did last night got a lot of people's attention. Bad people. There's a crime boss who's been calling the shots here in South Park, and now that person is planning to run for office. Whatever you did last night scared him. I'm tracking everyone's Instagrams and Facebooks and will continue to cross-reference with Tumblr while monitoring Twitter and LinkedIn. If you need information, just know you can rely on Call Girl. Watch your back, handsome! Call Girl, кстати, отличное, блин, имя для супергероя, мне прям нравится. Порция феромонов ДНК, рецепт с кровет, ху-ху. $1.5. Денег до хрена, у нас вообще для нашего школьного возраста имеем целых $20, и это хреново туча денег на самом деле. Да я сюда зачем шел-то? Я же шел сюда не за этим. Я шел то ли в пост-офис. Закрыто? Вы подумайте только. Оно ж закрыто. Gosh, darn it, I don't think that vigilante setting a good example for the young folks. Crime fighting's not a game, vigilante. You're gonna get somebody killed. Remember snail mail? Yeah, I remember. Oh yeah, remember writing letters? Sure, remember writing in cursive? Yeah, I mean me. Мне бы как-то туда забраться. Я не знаю как. You don't look happy with your current cell plan, kid. Ooh, I'd love to do that after you purchase a phone plan. Ладно, потом я займусь этим дерьмом. У меня наверняка сейчас есть более важные дела. Как, к примеру, лечебной жареной фраской. Идите по переулку, идите в лечебный жареный цыпленок. Лечебный жареный цыпленок? Серьезно? А, по переулку туда наверх, наверное. Ну, я там-то по переулке-то я был, и лечебный жареный цыпленок я там еще не был. По переулку мы сходили, отбили девчонок. Засчиталось нам выполнение. Почему я бесконечно счастлив? Wait. You are a minor approaching an area with controlled substances. Step away from the door or you will be terminated. Ну, наверное, мне нужно. Too bad, new kid. Minors aren't allowed in a place like that. Of course, you aren't just any minor. Может быть, мне сделать что-то ужасное? В смысле? Что-то открылось в тачке?
сырного креветкарита. Ключевой предмет, между прочим. Достать тортилью, купи. Так, что у меня по заданию-то, покажите мне. Купи суперострую креветку в Гаванчи. Найди дозревший на крыше сыр скитера. Чё за хрень? What the fuck is that? Ресторан изюминки. А где я должен это купить? В ресторане изюминки? Креветки Гуанчи. Виноградинку я уже брал. А тут, кстати, еще одно же side mission квест в этом месте расположен. У кого я что могу здесь купить? О, нифига себе, нашел ключ от гаража. Купить билет? Why is the ice in the ice chest so cold? Go away before the girls think we know each other. Все, артефакты, компоненты, рецепты. Компоненты. Может быть, тут есть эта хрень, которая мне нужна? Билет на селфи? $25? Ничего себе. Какая-то хрень, ребята. Она только с ассасинами фотографируется. Это тоже интересно. Где я должен купить этот долбанный ингредиент? Купите супер острую креветку в Гаванчи. А, это не Гаванчи. То есть мне надо найти ресторан Гаванчи. Ресторан. Это он? Это он? Это Гаванчи ресторан? Это оно, это оно, это оно? Да, это, наверное, скорее всего, оно. Нахрен я сюда приперся, не знаете? Ну, я тоже не знаю. Дальше по улице нас ждет Гаванчи. А проход закрыт. Правильно я понимаю? Хотя у меня здесь вроде ничего запретного-то нет. Может быть, мне сделать что-то? Не могу здесь пройти. 160, да мне насрать, сколько у них там чего, но пройти я, к сожалению, не могу, и призвать тоже никого не могу, придется обходить. Фу-фу-фу-фу-фу. Ну, вот это самое западло, на самом деле, проходить. Ладно, ребят, давайте не буду вас задерживать, тогда в таком случае... Хотя смысл тогда, вы смотрели все это происходящее, если я не буду вас сейчас задерживать. Надо бы вас, наверное, немножко задержать, чтобы потом вы не спрашивали, как я нашел тот или иной предмет, или, ну, что произошло там в момент вашего отсутствия. Так, здесь мы пройдем или нет? Мы сейчас на этой улице проходим доверху, поворачиваем налево. В принципе, возможно, и такой вариант тоже. Катман переписывается с мамой в прямом эфире. Опять они. Так, мне кажется, вот здесь проход. Да, ресторанчик чуть дальше. Вот здесь, кстати, что-то лежит, и можно использовать всякие наши способности. Горит.
Забираем. Так, потом, значит, устанавливаем, да, наверное. Keep your gas in your ass, peckerhead. Так. I gotta smack the shit out of you. Keep your gas in your ass, peckerhead. А чё она ругается? Костюм 4D. Чё ты ругаешься, тётенька? В чём дело, собственно говоря? О, бумажник. Я вижу бумажник, чёрт побери. Мне надо выйти на улицу срочно через этот ресторан пройти. And now you got a problem with me. I'm not just gonna sit here and do nothing while you insult this man's ethnicity. I wasn't insulting him. Excuse me. Did you or did you not say that this man seemed tired? Yes, he's my friend. I said, Paolo, you look tired. Microaggression! Persons of Hispanic backgrounds have been stereotyped as being sleepy, and saying they look tired is a microaggression that will not stand! But I am tired. You! You're the new kid, right? I'm the principal of your school. My name is PC Principal. I was told you wanted to talk to me about some race issues. Okay, come at me. Нормальный чувак такой, вообще просто я зашел совершенно случайно. И ты хочешь со мной сразу подраться? It's a nice day, isn't it? What's wrong with you? You can't just attack for no reason. Try again. Серьезно? It's a nice day, isn't it? What's wrong with you? You can't just attack for no reason. А что такое? Я не должен назад или что? Nice day, isn't it? Yes, very good. That was indeed not a microaggression. All right, round two. Ну давай, давай, давай. I ate a hamburger last week. All right, that was also not a microaggression. Так, окей. This time I will use a microaggression, and you will see how it gives you a free shot. All right, everybody, listen up. I'm about to use a microaggression, but it's only for the use of training this young person in the ways of the social justice warrior. Thank you, microaggression about to happen. Thank you. Давай, давай, давай. Давай. My friend Brian looks like a chick. Microaggression. Hit him. Воба! Not bad, kid. Not bad at all. Not only is the word chick derogatory towards females, but also criticizing a male for looking feminine is a microaggression towards a person of transgender. Now let's see if you can spot a microaggression that's more subtle. My pants are warm. My pants are warm. Нет! Wrong! My pants are warm is not a microaggression! Послушай, ба. That coffee belongs to Tim Sherman. Нет! What's wrong with you? Опять you нет! Я хочу атаковать! Хочу атаковать! Давай еще. Coffee belongs to Tim Sherman. Окей, я не ударяю тебя, окей. I heard it's going to rain. Нет! Janet likes to roller skate. Нет. Mr. Yamashiro is actually a very good driver. Микроагрессия. Да я готов. Давай, лупи. Nice kid, very nice indeed. Yes, but только using the term actually inferred that maybe other Asian Americans are not good drivers, and the use of Mr. is offensive to persons of third gender. Now before we talk about your race, I need you to get out there and do some PC work for me. I'll let you know when I think you're ready. Это полный звездец, конечно. Remember, kid, people use microaggressions every day. I'm counting on you to make them pay for doing so. Я вообще, ребята, сюда-то пришел. Зачем? Я сюда пришел только по одной причине. Хотел спереть этот бумажник. Потому что здесь лежит целый, мать его, доллар. А он меня целый курс по толерантности заставил провести. Боже ж ты мой. Ничего здесь больше интересного нет. Ну, так, в глаз не бросается. Почти мы дошли до этой куриной хренотения. Так, селфи. Селфи, может селфи? Ну, вот здесь я должен купить этого долбанного цыпленка. Здравствуй. Too busy making shitty chicken now. You come back another time. I can't believe I agreed to this. Давай, я хочу купить. I have two items straight from the Orient.
Мне не нужен рецепт. Мне нужен самый что ни на есть. Где у тебя эта херня? $5. That's a shitty walk specialty. Я купил это дерьмо. Что еще ты хочешь от меня? Окей, bye-bye. Фу, блин. Вы что здесь делаете? Так, у вас здесь не то, что мне нужно. Очередная голубая картинка. Такая голубая. А ты что здесь делаешь? Anything for a deputy in training. Офицер Берберди! I'm really learning how to connect with you, youngsters. Селфи? Нет? Кто-нибудь желает селфи? И, судя по всему, нам нужно дальше еще пройти. Самый что ни на есть угол. Зачем я это сделал? Чтобы найти здесь тайничок. На секундочку. А налево могу пройти? Тоже могу. Сломал куст, но ничего мне это не дало. Жалость-то какая. Так, там лежит что-то. Косметических застежек, серьезно? Нет? Пожалуйста, какая так. Hey, new kid, it's me, Fast Pass. Classy says she still ain't talking till you get her prescription. То есть вот где-то здесь, на крыше, мне нужна... Мне нужен сыр. Господа, как на крышу пройти? Remember when Superman movies weren't so depressing? Oh yeah, I'm Bimby. Oh, I remember. Remember when that vigilante has given us all something to believe in. Selfie? Not now, kid. I'm trying to pick up chicks. I don't take selfie. Kind of folks who take selfies, but let's take one anyway. Отлично, дружище. Спасибо. Great. See you later, kid. Мне нужно как-то забраться тебе на крышу. Понять только не знаю, как это сделать. Здесь нам не рады, здесь нам тоже не рады. Чувак, как тебе на крышу залезть, чувак? Чувак, порадуй меня. Чувак, скажи, как залезть тебе на крышу. Ну что ж, придется надрать им зад, раз они так этого хотят. Тошни! Fuck him up! Fuck him up! Fuck him up! Yo, fuck him up! Fuck him up! Я здесь закончу свой ход. Microaggression! Hit him! Серьезно, микроагрессия! Вот так вот, он что-то вырыгался, ты подошел ему и захерачил, короче, по щам. Долетает! Давай, блин, тогда может здесь? А он здесь не долетает. Ладно, давай. Looking sharp, Coon. Damn right, diabetes. Okay, who's the next target of my unbridled rage? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ух ты, ух ты, ух ты. You fuck with the Coon, you answer to his friends, right, guys? Yeah, yeah, we'll get around to it. Yeah, мы... Мы присмотрим за так. Капитан Диабетик готовится. К бою. Не то! Ну ладно, похуй. Бум-бум-бум-бум-бум. Картман, тащи сюда. Тащи, говорю, сюда Картмана. А, я не смог отойти? Чёрт.
Ну чё, сейчас как раз их захреначим. По-моему, трое попадают. Давай, оп! Бум! That is so gross. You're the disease, and I'm the king. Ну вот это поопаснее будет, парень. Сдается мне, кровотечение ему просто необходимо. Потому что он сейчас, вот прямо сейчас он сдохнет. Он сдохнет прямо сейчас. Сдохни. Шестиклашки не могут умереть, мы бессмертные. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. I will defeat you. Только всех тошнить сейчас будет. I can't say no to kicking some forthy ass. Lasers online. Я тебе говорю, вытаскивай. Вытаскивай оттуда. Енота нашего дорогого. Но он его не вытаскивает, он же должен к себе притягивать, что за хрень? Не понимаю. Так, что бы с тобой сделать такого ужасно страшного? Вас-то здесь осталось совсем мало. Может так? По идее, он же, по-моему, кончает вообще всех на... Да, он кончает всех. Всех, кто находится на поле. И это действительно очень круто, ну, потому что это, блин, читерская такая вещь. Эти-то сдохнут сразу. А это еще останется. Но ничего страшного, мы сейчас его добьем. Сильный, зараза. Мелкорослый, но... Давай! Пошел. Those eye lasers set for defrost or something? Kick up the intensity, human guards. Worry about your own shit, coon. Бум-бум-бум-бум. Я ни хрена не могу сделать, блин, честно. Time to spread some rabies. This is the part where the bad guys regret their life choices. Ну и, собственно, на этом все. Долбаные шестиклассники. Долго они еще будут нам докучать? Так, чтобы разгадать эту загадку, тебе потребуется новая способность товарища встретиться с человеком-воздушным змеем в доме Кайла. Окей, ушки, встретимся с ним уже в следующей части. С вами был Джейсон, канал Трумани Гейм. Всем удачи и пока.